Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Пора освежиться. Сегодня будем открывать интересный сюрприз в виде огромной ванны. Это Flash Force, вторая серия. В первой были унитазы, а теперь ванна. Ставь лайк и поплыли. Производит эти сюрпризы Spin Master. Возрастной рейтинг 4+. Смотрите, какой большой. Здесь 8 игрушек должно быть. Ванная с какими-то жуткими зелеными подтеками. К ней подсоединена канализационная труба. В нее нужно наливать воду, и что-то произойдет. Сверху прикольные шторки со знаком вопросика. Кто-то там скрывается, и две открытых фигурки. Пока отставим в сторону, поищем руководство коллекционера. Должно же быть. Да, вот она. Как обычно, у Flash Force дофига игрушек в коллекции. Больше 100 штук. Есть и обычные, редкие, эксклюзивные. Игрушки на любой вкус. Первая группа называется Crazy Carnias. Прикольный попкорн. Есть мороженое такое потекшее. Динозаврик страшный. Мишка классный. Дальше идут морские обитатели. Морская звезда, рыбка, акула. Забавные. Эта группа похожа на канцелярию. Карандаши, степлеры, банка с клеем. Зубастая книжка классная. Дальше идут спорттовары. Гантели, мячики, теннисные ракетки. Кубок. А это какие-то насекомые-мутанты. Жуткие. И вот такие еще мутанты. Давайте вначале достанем открытые фигурки. Шторки-то не прикреплены. Можно заспойлерить. Белая лошадка с коричневой гривой и хвостом. Это лошадка с карусели. Вот только на такую вряд ли кто-нибудь сел бы. Смотри, какая у нее злобная морда. Безумные глаза. Один глаз выпучила. Зубы оскалила. В целом фигурка сделана неплохо. Резиновая. А эта пучеглазая рыбка заплыла в разбитую бутылку и не может оттуда выбраться. Из горлышка хвостик торчит. Глазки у нее фиолетовые, жуткие. Давайте найдем эти игрушки на вкладыше. Лошадка у нас из группы Crazy Carnias. Вот она, Harry Go Round. S обычная игрушка. Ну а рыбка, конечно, из морских обитателей. Throttlet and Bottlet. Теперь узнаем, кто скрывается за шторками. Это что за кокозябра? Ой, какой страшный! Огромная зубастая пасть, из нее слюна капает. Злобные черные глаза. Есть антенки на голове. Маленькие ножки. И хвостик даже есть раздвоенный. Какие-то синие наросты на теле. Сам похож на гусеницу. Жуткий зверь. Вот он, кокозябер. Зовут его Кэтерпуэр. И за последней шторкой. Так. Выражение лица у него, конечно, забавное. Перекосило всего, слизь изо рта течет. Это какой-то тюбик. Интересно, что в нем было? Вот он, Крей-Крей. С самой легкой частью закончили. Теперь пора посмотреть, кто скрывается в ванной. Так, надо налить воду в трубу, потрясти ванну и убрать упаковку. И вылезут всякие злобные твари. Ванна на ножках. Вода есть. Открываем заглушку. Так, она что-то привязана. Наверное, просто в сторону убирается. Заливаем воду. Интересно, сколько воды лить? Ванна потяжелела. Зальем еще. Весь стакан вылил. Вместительная. Трясем. Крышечку закроем. И видим, что защитный слой растворился. И внутри что-то плавает. Блин, все забрызгал. Так, теперь нужно отклеить верхний слой. Эх, не затопить бы соседей.
Выглядит, конечно, жутковато. Ну, посмотрим, кто в ванной скрывался. Это что за зверь такой? На ведерко похож. Перекосило его всего. Что-то ему совсем поплохело, судя по взгляду. Это, похоже, ведерко с песочком. Вот и лопатка сверху воткнута. Вот он, Пупер-Скупер. Кстати, фигурки из этой группы все могут плавать в воде. Заныриваем. И еще одно какое-то злобное насекомое. Запачкалось все. Сколько у него лап? Это жвалы, похоже, страшные. Безумно зеленые глаза. Какой мерзкий. На сороконожку похож. Вот он, Сентипуд. Продолжая принимать водные процедуры. Какая забавная штука. Это похоже на пачку стикеров. И она очень зубастая. Зеленые зубы. И классные глаза. Вот эта фигурка мне очень нравится. Вот он, Paper Cut. Есть ли жизнь на дне? Есть, последняя фигурка. Это попкорн. Плохо, правда, мордочку его видно. Вот они, глазки, рот. Скривленный весь. Наверное, попкорн просроченный. Судя по тому, как он тут растекается. Он из той же группы, что и лошадка. Попкорн. Ну и все, больше внутри ничего нету. Вот такие страшные игрушки прятались в ванной. Сам сюрприз мне понравился. Процесс извлечения игрушек интересный. Да и в ванной поприятнее лазить, чем в унитазе. А вот сами игрушки на любителя. Самые классные, на мой взгляд, это пачка стикеров и желтая гусеница. А что вы думаете о сюрпризах Flash Force? Напишите в комментариях. Всем пока! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду мыть руки и пить чаек.